Константин Эдуардович Циолковский, основоположник философии и научной базы советской космонавтики, о чем в частности напоминает его памятник, гордо возвышающийся в Москве на ВДНХ. Юрий Гагарин первым побывал в космосе, а Нил Армстронг – первым на Луне. Его шаг был маленьким шагом человека и великим шагом человечества на пути к звездам. Если Гагарина можно сравнить с глазом, а Армстронга с ногой, то Константина Эдуардовича Циолковского можно сравнить с мудрым мозгом, по воле и уму которого они смотрели и ступали в космические дали. О открытиях и вкладе Константина Эдуардовича Циолковского в науку и философию человечества можно прочесть и в Википедии, но мы считаем важным ознакомить вас с некоторыми его трудами и философскими воззрениями. Константин Циолковский. Воля Вселенной. Как будто все зависит от воли разумного существа, подобного человеку. Наш труд, мысль побеждают природу и направляют ее по желаемому руслу. Например, обрабатываем землю и получаем обильную пищу, приручаем животных, преобразовываем их и растения, строим дома, дороги, машины, облегчаем ими труд, заставляем работать силы природы, и они увеличивают наши силы в 10, 100, 1000 раз. Если бы ленились, не проявляли свою волю, то ничего бы не было, и мы погибли бы от голода, холода, болезней, бесплодия и т.п. Это условная воля. Она есть, и проявление ее благодетельно. Сейчас она еще не велика, ограничена, но можно надеяться, что будет расти и проявит себя еще много сильнее. Условная воля есть воплощение наших мыслей и желаний в жизнь. Например, я хочу построить дом, и строю, хочу изобрести какую-либо машину, и изобретаю, хочу осуществить ее, и осуществляю. Хочу вступить в брак с такой-то женщиной, и вступаю. Хочу иметь детей, и имею. В большинстве случаев наши замыслы не удаются, особенно трудные, но теоретически можно допустить, что есть сильная воля, которая осуществляет все разумные желания. Если не теперь, то в будущем, если не нами, то иными более совершенными существами или даже нашими потомками. Нет ничего выше сильной и разумной воли. Один разум без воли – ничто, и одна воля без разума – тоже ничто. Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться рано или поздно. Откуда же источник этой благодетельной воли? Воля зависит от устройства головного мозга. Высший мозг получился от развития мозга низших животных. Все животные и растения произошли от сложной органической материи, каковы бактерии, амебы, протоплазма. Последние – от неорганической природы. Развитие же органического мира невозможно без какой-либо энергии, например, энергии Солнца. Ясно, что жизнь, разум и волю породила постепенно природа. Человек рожден землею, земля, солнцем, солнце произошло от сгущения разреженной газообразной массы. Это, от еще более разреженной материи, например, от эфира. Итак, все порождено Вселенной. Она, начало всех вещей, от нее все и зависит. Человек, или другое высшее существо, и его воля есть только проявление воли Вселенной.
Ни одно существо не может проявить абсолютной воли, как не могут проявить ее часы или какой-нибудь сложный автомат, например, говорящее кино. Тени кино говорят, ходят, делают, исполняют свою волю, согласуют слова с действиями, но всякий знает, что их воля только кажущаяся, не абсолютная, все их движения и речи зависят от киноленты, вообще от человека, создавшего кинофильм. Так и самое разумное существо исполняет только волю Вселенной. Она дала ему разум и ограниченную волю. Ограниченную потому, что эта воля, зависящая от разума, не может быть единственным источником поступков, всегда может вмешаться громада Вселенной, исказить, нарушить и не исполнить волю одного разума. Мы говорим, все от нас зависит, но ведь мы сами – создание Вселенной. Поэтому вернее думать и говорить, что все зависит от Вселенной. Мы предполагаем, а Вселенная распоряжается как хочет, без церемонии разрушая наши планы и даже разрушая всю планету со всеми ее разумными существами. Если нам и удается исполнить свою волю, то только потому, что нам это позволила Вселенная. Она всегда имеет множество способов и причин затормозить нашу деятельность и проявить иную, высшую волю, хотя и наша воля, только воля Вселенной. Возьмем хоть события этого 28-го года. Ясно, что они суть следствия событий 27-го года, а последние – результат событий 26-го года и т.д. В конце концов все, что не совершается, имеет источником давно прошедшие времена, когда не было даже и следа животных. Наша воля, наши поступки, настоящие и будущие – результат давно прошедших времен. А эти родились от времен еще более ранних. Децилианы лет тому назад, децилианы децилионов лет, децилианы в децилионной степени – вот времена, вот состояние мира, послужившие причиной современных и будущих явлений. Нас интересует не столько проявление воли человека, хотя и она произведена космосом, сколько общее проявление воли Вселенной. Имеем ли мы право говорить о воле Вселенной? Можно говорить о воле разумного существа, даже о воле глупого животного, но можно ли говорить о воле космоса? Можно ли уподобить его хотя глупому животному? Но раз все зависит от устройства Вселенной, в настоящий или давно прошедший момент, то значит, она или ее неизвестная причина имеет волю. Эта воля обусловливает все, что мы сейчас видим или на что указывает нам наш разум. Вопрос только в том, какова эта воля. Качество воли укажет нам и на качество Вселенной или ее причины. Если говорить о современном состоянии Земли, то воля космоса именно проявляется как воля неразумного существа. В самом деле, в делах Земли, в делах человечества мы видим смесь разумного с глупым, доброго с жестоким. Зачем нищета, болезни, тюрьмы, злоба, войны, смерть, глупость, невежество, ограниченность науки, землетрясения, ураганы, неурожай, засухи, наводнения, вредные насекомые и животные, ужасный климат и т.п. Смотря лишь на Землю, мы должны бы волю космоса сравнить с волей ограниченного существа. Но всегда ли будет Земля и человек в этом состоянии? Вселенная породила человека, его слабый разум и волю.
но ведь они были раньше еще слабее, они потом развивались до теперешней силы, и, можно надеяться, будут продолжать свое развитие. Какой степени оно достигнет, какие плоды даст, это теперь даже трудно себе вообразить, сымы мою книгу «Будущее Земли и человечества». Итак, есть полное вероятие в том, что воля космоса и на Земле проявится во всем блеске высочайшего разума. Совершенное состояние Земли продолжится очень долго в сравнении с горестным ее положением, каково настоящее. И тогда в счастье, блаженстве высший потомок человека скажет: «Воля космоса проявляется как воля мудрейшего и всесильного существа». Наш потомок только может обвинить эту волю в некоторой медлительности, почему космос не сразу создал счастье, а заставил часть материи испытывать прежде сумбур мук и страстей. Хотя и недолгие сравнительно были мучения, однако были. Они ни в каком случае не составят более тысячной доли счастливого состояния людей. Мы увидим потом, что и это обвинение отпадает. В нашей Солнечной системе более тысячи планет, и хоть одна из них находится в условиях, благоприятных для развития высшей сознательной жизни. В нашем Млечном Пути более миллиарда солнечных систем, подобных нашей. В нашем эфирном острове около миллиона Млечных Путей. Мы могли бы продолжать так до бесконечности, но ограничимся одним нашим эфирным островом. В нем насчитываем миллион миллиардов солнечных систем и по крайней мере столько же планет, пригодных для развития совершенной жизни. На всех планетах зародилась жизнь, но на этих она должна бы пышно расцвести. Спрашивается, равны ли были эти миллион миллиардов планет? Без сомнения, на некоторых расцвет был раньше, чем на других, и совсем необыкновенный по прекрасным результатам. Там жизнь опередила все возможные, все самые лучшие, что может себе только представить человек. Он же мечтает не только завоевать свою солнечную систему, но и посетить иные. Цель – ликвидировать безболезненно все несовершенные, зачаточные, и заселить планеты своим совершенным поколением. Человек будущего думает, какой тяжелый путь прошла органическая жизнь Земли, сколько страданий перетерпели ее существа. Теперь у нас их нет. Кроме разумного, ничто не осенит нашу планету. Но какой ужас в прошлом! Не лучше ли бы было, если бы Земля прямо была заселена сознательными существами? Тогда не было бы этого хвоста страданий и безумия. Если человек так может думать, то тем более думало так высшее существо на высшей планете. И не только думало, но нашло тысячу возможностей осуществить свои разумные желания. Итак, разум и могущество высших существ, зародившихся на высших планетах, ликвидируют зачаточную жизнь на иных планетах и заселяют их своим потомством. Подобно этому огородник выпалывает на своем огороде сорные травы и сажает на нем полезные овощи. Выходит, что Вселенная заполнена только совершенными существами. На бесконечном большинстве планет совершенная жизнь прямо стала на ноги, без долгих тысячелетий предварительных мук самозарождения. Из миллионов миллиардов планет только немногие потерпели чашу страданий, так как жизнь на них началась самозарождением.
если вы в течение всей своей счастливой жизни мучились только одну секунду, то можно ли вашу жизнь считать неудачной? Так и Вселенную нельзя считать несчастной на том основании, что какая-нибудь планета из миллиардов их должна претерпеть сравнительно ничтожное время муки самозарождения. Если же космос дал в общем только счастье для своих существ, то можно считать его волю безукоризненной. Космос породил не зло и заблуждение, а разум и счастье всего сущего. Чтобы понять это, надо только стать на высшую точку зрения, вообразить будущее Земли и обнять разумом бесконечность Вселенной или хоть один наш Млечный Путь. Тогда мы увидим, что космос подобен добрейшему и разумнейшему животному. Вы, может быть, скажете: ну хорошо, везде разлито счастье и разум, но разве нет стихийных бедствий, которые это счастье в один момент сметают, как метлой сметают негодный сыр? Планеты и солнце взрываются подобно бомбам. Какая жизнь при этом устоит? Светила остывают и лишают планеты своего живительного света. Куда тогда денутся их жители? Множество катастроф всегда подстерегают разумных существ. Дело в том, что мы о разуме высших существ имеем очень неверное понятие. Если люди уже теперь предвидят некоторые бедствия и принимают против них меры и иногда успешно борются с ними, то какую же силу сопротивления могут выказать высшие существа Вселенной? Они предвидят взрывы планет за много сотен лет до этого явления и удаляются с них в безопасное место космоса. Они предвидят и взрывы Солнц, также их погасание и уходят своевременно от ослабевших. Вы еще скажете: рано или поздно все солнца погаснут, жизнь прекратится, вот вам благодеяние космоса. Этого не может быть. Солнца непрерывно возгораются, и это даже чаще, чем их угасание. Одним словом, темных солнц воскресает не менее, чем угасает блестящих. Вселенная всегда была и будет в среднем в том виде, в каком мы наблюдаем ее сейчас. Жизнь каждого светила периодична и повторяется множество раз. Так же и жизнь группы светил, например, Млечного Пути. А смерть и ее муки, скажете вы, разве это может когда-нибудь исчезнуть? Жизнь не имеет определенного размера и может быть удлинена до тысяч лет. Смерть же может быть безболезненной, как смерть дерева или какого-нибудь насекомого. Кроме того, я много раз доказывал, что как жизнь светила периодично и восстановляется бесчисленное множество раз, так и жизнь существа или составляющих его атомов возникает множество раз, вернее, всегда возникала и будет возникать без конца. Ни один атом Вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни. Мало того, только такая жизнь и возможна. Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее нет, потому что существование атома в неорганической материи не отмечается памятью и временем, последнего как бы нет. Множество же существований атома в органической форме сливаются в одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь, счастливую, так как иной нет. Ее не допускают разум и сила высших животных. Вселенная так устроена, что не только сама она бессмертна, но бессмертны и ее части в виде живых блаженных существ. Нет начала и конца Вселенной,
нет начала и конца также жизни и ее блаженству. Мы доказываем, что воля Вселенной прекрасна, потому что в общей картине космоса мы ничего не видим, кроме блага, разума, совершенства и их субъективной непрерывности, безначальности и бесконечности. Если космос имеет причину, то и причине этой мы должны приписать такие же свойства всеобщей любви. Мы уверены, что зрелые существа Вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отставших планет и сноситься с такими же зрелыми, как они. Люди Земли когда-нибудь объединятся, и всеми ими будет управлять один избранный совет, под руководством президента, избранного советом. Это случится сравнительно скоро. Через более значительный промежуток времени заселится обильно и вся наша Солнечная система. Ею также будет управлять избранный совет со своим председателем. Иначе быть не может, так как этого требует разум. Также объединяются и все другие планеты и Солнечные системы. Разница только та, что большинство их быстро заселяется зрелым, уже готовым поколением и сразу устанавливает свое управление. У Земли же и нашей Солнечной системы был длинный путь постепенного страдальческого развития. Объединение должно быть, ибо этого требуют выгоды существ. Если они зрелы, то разумны, а если разумны, то не станут сами себе делать зла. Анархия есть несовершенство и зло. Объединяются президентами и группы Солнц, звездные кучи и весь Млечный Путь. На этом остановимся. Какая же это должна быть могущественная и мудрая организация? Мы говорим про существа, подобные людям, только более совершенные. Между ними могут быть всевозможные породы, приспособленные к жизни на всяких планетах, например, на Земле. Однако большинство их однообразно и приноровлено к жизни в эфире. Но нужны и такие, которые могли бы водворить порядок и на всех планетах. Порядок этот состоит в том, что на небесных телах устраняются все страдания. Значит, можно ожидать, что эта могущественная организация может проникнуть на любую планету, например, на Землю. А чего же мы не замечаем до сих пор следов ее деятельности? Наука точно, по крайней мере ни одна отрасль ума не отличается такой трезвостью, но воображение наше слабо. Оно столько раз обманывало людей, что в настоящее время кредит его сильно упал. Трезвость науки не допускала до сих пор межпланетных сношений. Теперь это мнение поколеблено даже учеными, но большинство их еще не задето новыми идеями и относится или равнодушно к ним, или враждебно. Несколько ранее, кроме очевидных фантазеров, никто не допускал возможности небесных сношений, в особенности путешествий вне Земли. Поэтому устанавливалось мнение, что они невозможны. А если так, то все факты, доказывающие эти сношения, если они и были, беспощадно отрицались людьми науки. Также ими отрицалось и падение небесных камней на Землю, метеоров, также долго не видели они и солнечных пятен. Такова сила предубеждения. Между тем, отмечено в истории и литературе множество необъяснимых явлений. Большинство их, без сомнения, можно отнести к галлюцинациям и другого рода заблуждениям, но все ли?
Теперь ввиду доказанной возможности межпланетных сообщений следует относиться к таким непонятным явлениям внимательнее. Мы не имеем в этом отношении ничего достоверного и потому умолкаем. Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием большинства людей. А может быть, оно бы повредило человечеству в настоящее время. Большинство людей совершенно невежественно и смотрит на Вселенную почти так же, как животные. Религиозные его взгляды – сплошное суеверие. Если бы они увидали вмешательство иных существ в земные дела, то сейчас бы поняли это с точки зрения своей веры. Проявился бы фанатизм с его преступлениями и больше ничего. Положим, силы иных миров остановили бы войну 14-го года. Войны бы не было. Много людей избавилось бы от страданий и смерти. Но человечество так грубо, что только эти страдания могли возбудить в них отвращение к войне. Только они оказались наукой, заставившей людей иначе думать, способствовали движению их мысли. Что делать, люди таковы, что только тяжкие страдания могут их переделать и вести к лучшему. Так, может быть, хулигана ничем не уймешь, кроме грубого наказания. Пьяного буяна приходится связывать, на сумасшедшего надевать горячечную рубашку. Есть еще ряд явлений, правда, в большинстве случаев столь же сомнительных, как и предыдущие. Они говорят нам о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг и вмешательстве их в человеческие дела. Я сам два раза в жизни был свидетелем таких явлений и потому не могу их отрицать. Если же они со мной были, то почему не могли быть с другими? На этом основании я допускаю, что некоторая часть такого рода явлений – не иллюзия, а действительное доказательство пребывания в космосе неизвестных разумных сил, каких-то существ, устроенных не так, как мы, по крайней мере из несравненно более разреженной материи. Может быть, это наследие убежавших децилионов лет прошедшего времени, создавших эти существа. Последние, как видно, сохранились до сих пор. Они также проявляют себя добрыми поступками. Это понятно, потому что разум и выгода всех существ космоса и всех времен состоят в том, чтобы не было ничего несовершенного, никаких страданий. Ведь если будут страдания, то не избежать их и атому. Нет страданий, не будет мучиться и атом, или более мелкая его часть, вообще неизвестная сущность материи. Прошедшее беспредельно. Что это значит? Не думайте, что это легко вообразить. Можно привести пример. Вот числа 22, 333 и т.д., или условно x, x. Если х равно 2, то это число составит только 4, если же 3, то уже получим более 7,12,012. Если же х равно 4, то получим больше, чем число, выраженное единицей с таким множеством нулей, которое не вместит вся известная Вселенная, если даже эти нули будут меньше 1 куб. Микрона. Действительно, объем всей известной Вселенной, принимая эфирный остров, содержащий миллион млечных путей, протяжением в 100 миллионов световых лет, составляет менее 1090 куб. Микронов,
между тем как число наше выражается 10 с показателем не 90, а единицею со 100 нулями слишком. Очевидно, известный объем космоса, совершенный нуль в сравнении с этим числом. Я должен сознаться, что с большим трудом мог сообразить величину этого числа, когда х равно 4. Если же х равно 5, то решительно отказываюсь его себе представить. Что же, если х равно 10 и более? Если х равно дециллиону, то и тогда наша функция выразит число, равное нулю по отношению к фактической бесконечности. Какова же она? Сложим наши функции сколько угодно раз и все-таки в сумме получим нуль в сравнении с истинной бесконечностью. Что же могли эти бесконечные времена, истекших лет, произвести? Если время в короткое время создает разум и другие чудеса, то что же оно может создать в указанные времена, x? Мир всегда существовал. Настоящая материя и ее атомы есть беспредельно сложный продукт другой более простой материи. Были прошедшие времена, когда материя была в дециллионы раз легче, чем теперь самая легкая. Были эпохи, когда она еще в дециллионы дециллионов раз была легче и т.д. И все эти миры были и породили существ разумных, но почти невещественных по их малой плотности. То, что я говорю, я давно теоретически предполагал, но не было никаких фактических подтверждений, которым я мог бы поверить. Когда я сам увидал подтверждение, то сделался склонным верить и другим. В качестве видеосопровождения к электронной начитке книги Цилковского «Воля Вселенной» приводим видеозаписи паломничества к его памятнику, а также видео с зимних и весенних прогулок в серебристом металлизированном горнолыжном комбинезоне с капюшоном и противогазом. Ведь по нашему мнению, которое мы рассматриваем и утверждаем в соответствующих группах в соцсети ВКонтакте, популяризация моды, символизирующей скафандры и облик постчеловеческих существ, является первой ступенью к становлению постчеловеческой цивилизации совершенных существ. Первый этап становления трансчеловеческой и постчеловеческой цивилизации, необходимый для предпосылок к дальнейшим этапам и финального преобразования постчеловеческого существа разума, является введение трансгуманистической моды. Трансгуманистическая мода, философский стиль стремления к совершенству, проявленный в облике, символизирующем отрешенность всепотенциального разума от тленной органики и научно-технический прогресс. Попытка стилистического и символического отделения себя от окружающей бытности людей во имя развития, призыв к возвышенному мышлению и прогрессу. Термин «трансгуманистическая мода» был выведен нами и в дальнейшем будет продолжать развиваться на практике.